как раз вот в сторону непосредственно правую, левую сейчас от моста, вы видите. И сюда же нанесли удары как раз вот по той стороне, которая была обстреляна. Вот вся картина моста, просто мост фактически находится вот, вот в таком состоянии. Еще больше разорвало на куски как раз вот. Практически в то же самое место ударили.